Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «На четверых». Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую вам перейти именно к ней. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас. Ну а всем остальным приятного просмотра. Что, я уже все купил за религию? Обалдеть. Да, тяжеловато. Сейчас у меня минус будет. Сколько еще воевать будем? Пока я Афины не возьму. Окей. Может, кто-нибудь хочет с другой стороны напасть на такого агрессивного соседа, который уже второй век воюем. Не, ну слушай, ну что ты от меня хочешь? У меня воля, у меня, блин, некуда развиваться. Ты тут в традицию пошел. Если бы ты волю пошел, мы бы с тобой и не воевали на самом деле. А так ты вон такой пошел в развитие. Не, а что значит я? Ты пошел волю, и поэтому ты можешь на меня нападать. Ну, она как бы не очень-то не дает производства в городах. Я в воле сижу, взял нужный институт. Да не, у него развитие медленнее, чем традиционника, а ты рядышком. Ну так. Ну, упреждающий удар, так скажем, я так понимаю. Чтобы потом он тебя легко не вынес.
Точнее, наоборот, ты его легко не вынес. Да он бы в любом случае напал бы. Кто в любом случае напал? Араб. Как араб может не напасть? Так тут и грек бы напал. По крайней мере, я вижу три города у него под горой. Нормально спать. Рано или поздно они бы выбили. Ну чё, как голосовать будем? Ку в том, что без разницы. Грек у меня еще и техи ворует. Ну так развиваться-то надо. Да чайник, ты как голосовать хочешь? Да и нравится моя религия. Ну, у меня ее пока нет. Ну, Макс, это... И долго не будет, не знаю. Набил, блин, не успел.
Я это иду. Так, тут 17, тут 24. Я пришел. Пришел. Знаешь, здесь уже 7 генералов было использовано парафинами. Может, не знаю, там, погадить им немножко. То уже война идет ходов 30-40. Ну, гадить точно не мне. Я не думаю, то, что это игра на победу. То есть, это максимум резко планирует третье место может занять. Потому что, ну, и мы уже вас точно не догоним. По науке. Ну да, красавчик. Опять у нас по мути дуэль, да, с тобой? Ну я надеюсь, что они между собой-то повоюют все-таки. Или так они будут? Ну мы с оглядкой на ваш конфликт смотрим сейчас, по крайней мере я так. Жду, когда уже один переможет другого. Ну так, эти юниты очень долго актуальны, верблюды. Просто как... Да, чуваки вышли в гатлинге, я представляю, как против них верблюды будут. Подошел, стрельнул, отошел. Что, На нашей карте это не очень. Выше 10 отошел. Просто в начале этой войны я видел около 5-6 верблюдов. А лошадей у него в торговле не видел. Ну, подумал, ну 6-7 не так страшно. А сейчас их около 10-11. Ну, подумал, что может кто-то из вас дал, не знаю. Просто на его территории я вижу 3-4 клетки с лошадями. Ой-ю-ху, я построил хоть одно чудо в этой игре. Кто мне все ворует, блядь? Это нечестно. Что? Ворует, блядь, мало ли, блядь. Без понятия.
О, раба есть аркебузиры? Ну да, он как есть. А пушки у вас есть? Есть. Пушки у грека есть. Только за счет их направки на втором месте для мышцы. Ну не знаю, вы спокойно могли приключить его в свой город, ребят, вот, который на чуде. Вполне хороший город, не знаю, взять. Ну, как хотя богат, бы так было. Ну да, укрепиться, почему нет. Просто я это вижу, что плавают фрегаты Дании. Так я также могу Аргозу забрать, какая разница? И Спарту. Не знаю. Как разница город, в том, что это грек и города? Он расстроится. Не. Просто давка такая, дуэль, не знаю, просто идешь, воюешь, и тебе никто не мешает. Все. Все свои силы на эту войну тратишь, и все. Выигрываешь. Ну, не выигрываешь, а занимаешь не последнее место. Да блин. Ну да ё-моё. Этот умрет. У меня один вопрос. Кто еще второй идет по нижней ветке? Араб же, нет? Или Рим? Ну, я только аркебузиров открыл. Так что если... Ахимия? Нет. Ахимия? Нет. Нет, Рим. По нижней ветке я иду полностью и вся. Ну, не банки же строить в городах. Я вот как раз банки строю. Значит, Рим жаждет войны до пофнутей. Почему? Кромк просто повысил себя. Это всего лишь кромк. Как бы я с такой войной вот до сих пор по еде второй, по кромке. Вам вроде там никто не мешает. Что? Ну вот, а прикинь себе, я тебя не останавливал, какой бы ты был. Ну вот... Вряд ли ты, во-первых, получаешь какие-либо плюсы от этого. 8% по демографии, по грамотности, ну это не знаю. Ладно бы, если эта война была ранее, то есть, ну не знаю, когда у тебя есть время переварить эти города. Мои, в смысле. То да, в дальнейшем, в будущем, стольного соперника, да, сыграет. Но сейчас-то уже 150-й ход, люди в угле, фабрики строят. И не вижу плюсов от этой войны тебе именно. Такие дела. На самом деле тебе повезло с географией. Что тебе проход такой маленький, небольшой. Если бы не Дания, то Дания две клетки. То есть два прохода есть в одну клетку. Ну да, карта такая.
Да нет, еще сложнее по этим личинкам. Ну, поэтому ты вначале брал волю, потому что увидел между сторонами 6 клеток. И вроде не знаю. Я сначала волю взял, потом увидел, да. Потом я тоже традицию пошел. А, не, я думаю. Алексей, предложи мне. О, неужели соединю наконец-то города? Вообще приятно, конечно, рекламировать 2GIS, у них постоянно появляются новые функции, и мне есть что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу 2GIS, если быть точным. А Коринф кто бьет? Варвары, наверное. Так что, Афина, ты когда уже захвачена будет? Сложно сказать. 40 ходов воюем, еще 10 повоюем где-то. Не знаю, у него слишком много генералов, не знаю. То есть у него просто родилось 3, у меня 2, не знаю почему. Ну потому что и я тебя обстреляю. Не, тогда я получаю больше очков за счет больше того, что я обстреляю. Да. Да. Ну вот я это и спрашиваю. Просто даже со взятой честью, я не знаю, у меня родилось просто 2 генерала, у тебя 3. Ну плюс еще один отвод, у тебя это равно 4. У меня 3 генерала от чести. Ну, не знаю, слишком долгая дуэль, я бы сказал. Не, ну а как мне вот тут, по-твоему, действовать? Я говорю, вот, ты взял, ну ты же увидел местность, у тебя слоня под горой, ты мог пойти не в набожность, а в ту же традицию, как и я. Простить города. Не, я как увидел, что ты рядом, не. Ну, блин, ну что это за игра? Местность. Она же тоже влияет. Так, вот этот стрелялся, этот стрелялся. Женя уже снова генерал. Да нет, вроде нету. Стрелялся. Банк, Оксфорд. Так.
Меня слышно? Да. Это, Алексей. Что? Я воюю, может, просто. Угу. Может быть, лучше за Грека проголосовать? Ну, давай. Я не против. Там вот просто это... Вот сейчас обидно было. Я за Грека проголосовал. Надеюсь, Греку... Грек оценит, ты сам за себя проголосует, нет? Хорошо, проголосовал только что. Ну что, я не буду сдаваться. Игра за третье место ожесточеннее. Ну, правильно. Чем многим может касаться. Надо до конца биться, все верно. Ну, уже, может, дождусь, когда... кто-нибудь начнет реагировать. Да они сейчас между собой воевать будут. Не хочу тебя расстраивать. Судя по тому, что... что принял Рим. Да, что построил Рим. Рим уносит Данию. Ты-то уже никак точно не сможешь им помешать. Да я Риму вообще никак не мог помешать в принципе. Ну так, а зачем мешать? У тебя вроде хорошие места для развития. Крайне да я не считаю так. Блин. Понимаешь, у меня вообще стольнее. Я, блин, совсем забыл, что я хотел Афины захватить. Трындец. Ну, бывает. Это столько колупать ее, да, чтобы потом... Да, я думал, на последней секунде открыть. Не-не-не, я таким не занимаюсь. Ну, это, по-моему... Не знаю. Подожди, так у нас запрещены шифт-ходы, в принципе, или там в турнире, как оно? Да, я не успеваю просто даже отреагировать на... Ты атакуешь, я должен был вообще встать на клетку, допустим, и отжать крепость. Я просто не успеваю, ход заканчивается. Это как бы и не шифт-ходы называется, но... Не скажу, что это тоже подло, но... Так а как, что конкретно? Ну, допустим... Сейчас уже воюю, занят. Допустим, ты зачищаешь мою крепость под конец хода, встаешь до юнита, ну и на следующий ход успеваешь разграбить. А у меня за этой крепостью стоит юнит, который должен был занять место погибшего солдата и защищать дальше мои границы. А я не успеваю просто кликнуть, ход заканчивается. Дела. Ах, не успел продать.
Ну, уже веселее. Да, кстати, еще, Грек, я бы на тебя нападал, если бы ты столько чудес не строил. Потому что Афины, ну, сладкий город. Видишь, в Афинах только сады, пирамиды и вроде все. И Химеди, и Парфенон. Ну, Химеди, да, я сейчас построил генерала. Ой, инженера, смотри. Парфенон, он строился 5 ходов. А нафиг ты построил, Афины, да, остались. Да. Я это построил, это чудо в начале войны. Ты там этот построил сейчас. Красный флот. Это у меня в другом городе построен, и не такой уж, как бы, в другом городе он построен, как и висячие сады, как и Петра, как и Стоунхендж. Слушай, датчанин, так у тебя есть уголь в итоге? Да, есть. Ну, слава богу. А ты боялся? Я ему сказал, что... Да-да-да. Всех он есть. Ко мне он достался. С трудом. В принципе, я так и думал, что у меня всегда будет проблем. Не может быть так, чтобы все было гладко. Есть. Вперед. Ух ты, генерал. Появился только сейчас, третий. Ну, законорожденный. Все остальные ублюдки, что ли? Быстрюки. Успел продать мастерскую на этот раз. Остался Колизей и пагода в городе, все. Пагоду не разрушить, это все-таки за веру купил. Ну, сейчас ты уже не отобьешь, я надеюсь. Если Улан успеет подбежать с пушкой. Где у меня три рема? Куда-то делось, да? Да. Не знаю, да, чем. Я бы наполнил тебя, но я не знаю, чем вставать на себя. То ты мне говоришь? Да. Ну... Вот или арта, или самолет. Ну, пучком эти, короче, пучком эти, тебе будет тяжело. Плюс еще ты, скорее всего, потеряешь два города. Ну, слабо ты меня не возьмешь, я уже фрегат настроил нормально. Не меньше, чем тебя. Я тебе напомню дуэль прошлый. А что там говорит? Да ладно, это так. Ну, что, в прошлую дуэль-то у тебя тоже раньше в Голиасы, раньше в фрегаты вышел и так далее. А, это да. Плюс еще, не знаю, может ты не выспался или еще чем, но очень легко твой флот набил. Но ту дуэльку, если честно, я тупо просрал.
я не стоил удаляться, ну, этих ребят, это было. Фух, все. Ну, тут просто тупо. Вот, наверное. Вообще, если честно, я вот в этом дуэльном турнире, наверное, три дуэльки просто, я не знаю, просто проиграл по глупости. Ну, бывает, я первые две проиграл, потому что экспериментировал. Но у меня нет опыта развития дуэльках. Я, в основном, вот, FIFA 6 играю, да, FIFA 4 это редко играю. Там только это можно на развитие где-то расслабиться. В дуэльках нельзя расслабляться вообще ни на секунду. Ты даже пушку уже не уводишь. Я пытался ей дойти, но дороги-то уже не на моей территории. Да, но я сейчас ее обстреливал, что ты. Да, я же говорю, я уже походил ей. О, в Каринфе Стоунхендж, Петра. Тоже неплохой город будет. Арабы захватывают Европу. У тебя всего 8 железа? Актуально. У меня? Да, вроде бы какой-то... Гребешка вроде еще... Нет, уже нет. Не понял, ты объявил войну своему союзнику? Ну да, чтобы у вас гребешки были. Зачем мне держать в себя союзника? Ну, не знаю, на что... Тонкий ход. Не понял, как это у нас были. В смысле, такая... Это нам в минус? Типа ты хочешь выйти из игры? Ну, я думаю, ты остальные-то города без проблем возьмешь. Или что? Ну, я не знаю. Имеет ли мне смысл их все брать вообще? Ну, не знаю. Были случаи, ребята теряли на медкологах столицы в начале игры, потом отсиживались и занимали не последние места. Кстати, в правилах надо как-то обозначить это. Если ты теряешь столицу, то ты вылетаешь. Не, зачем? Тогда люди просто перестанут играть, они будут сдавать столицу и уходить. А многие на это и рассчитывают. Я вот считаю, что в прошлой игре Lucky Loser победил только потому, что я бился до конца с Ниндзи. И Ниндзи просто не хватило времени перекинуть армию. То есть они пока мне все города не захватили, а у меня было 7 или 8 городов, что ли. Не знаю, надо когда с очками как-то, если человек занял третье место, потеряв столицу, то ему надо, ну, добавлять коэффициент очков. Да господи, просто до конца выноси и все. Ну вот Леша невыгодный грек, сейчас выносить до конца. Вот какой ему смысл выносить его сейчас? Он только теряет время и силы. А грек может сейчас достигеться, я тебе... Да не, ну как? Нет, ну подожди, у меня армия есть. То есть я больше армию не строю. Если у меня эта армия закончится, я грека не вынесу, ну значит не вынесу. Если вынесу с этой армией, ну и класс. Ну, тут такое дело. Ну это в данном случае так, а случаи-то разные бывают. Не, понимаешь, твое предложение, получается, ты...
у людей все желание играть будешь убивать. Нет, это повышает желание защищать свою столицу. И все. А с остальными городами, типа... Понимаешь, человек, наоборот, будет выходить, вот из-за того, что его захватили, он будет выходить и давать человеку, который играет агрессивно, побеждать, потому что у него нету никаких, ну, сдерживающих факторов. Ну, а вообще у меня была ситуация, когда я, конечно, не выиграл, но почти выиграл, когда меня столицу сухопутную захватили, я переехал на море. В итоге там отожрался караванами. И все. Ну, это редко бывает. Ну, бывает же. То есть чаще, это тоже надо учитывать. Чаще бывает по-другому. Не, ну, надо учитывать с двумя городами. Все, как бы. Не, там не с двумя осталось. Нет, я имею в виду просто невозможно. Вот у меня была ситуация. Человек остался с двумя городами, но он просто сидел. Ну, никакого влияния на него не оказывал. Просто ждал, когда вынесу другого. Ну, а смысл так сидеть? Ну, уже просто занять не четвертое, а третье место. Ой, не знаю. Можешь пример, это за какую страну играл человек? Да я не помню, что столько туров сыграл. Ну, вот это я играл. Но это на этом турнире или как? Да, да. Нет, я не, обвиняю, я не обвиняю этого человека, он действует. Да я не обвиняю, нет, я не про это. Я не помню. Ты столько игр наиграешь, а вот своего помощи. Ого, тут россыпь караванов, ты прям хоть Каринф не захватывай. Вот. Морские я не хотел пускать, потому что мало ли ты приедешь. Мы же там. То есть ты построил колосс, но ударил морской караван и запустил наземный? Ну, потому что тут морской город Дании. Твой морской город с маяком. Что такое себе? К тому же, по-моему, я мог пускать его только к тебе в город. Какие дела? Я просто взял, пустил себя на рост. Так, ребята приняли свободу и... Грек, датчанин, а что у тебя с идеологией? Долго строить? Да. Я строю так, долго. А у кого я там деньги брал? Еще ходов 10, наверное. До идеологии. Ну, я скоро все караваны так, на... Дорога. На мамонтке. Тут надо дороги вот убирать. Я не знаю, зачем. Я тебя, если не артиллерию, то самолетом не собачу. Ты меня с трех городов обстреливаешь с мамонтом. Ну, что? Вопрос в нефти. Надо нефть открыть, посмотреть, как мне нефть идет. Афинах, наверное, ничего нету. А ты, Алексей, какую бы хотел себе идеологию? Ну, автократию бы не зашло. Наверное, автократию, да, возьму. Блин, почему не достроился аркебузер? Должен... А, ты клетки заблокировал. Сейчас должен был аркебузер взять, выйти и ударить тебя. Да я вот решил подождать. Понимаешь, я лучше решил твои караваны пограбить. Куда ты запустил из Спарты? Чё за фигня?
поисках караванов, да? Да. И что, варг... Блин, они что, на этот ход у тебя закончили ходить, что ли? Нет, ходят. Это подстава. Ну, они вообще-то... Нет, так в Аргасе где только что был караван? Он, наверное, ты его так разговаривал. А, он в Спарте сейчас сидит. Блин, ну, походу, надо брать Каринф, ладно. Так, что тут? Анкарват, Петра и Стоунхендж. Ну да, чудеса разбросаны по городам. В другом Артемиду найдешь, в другом Красный Форт, в другом Колос. Вот я еще, по-моему, деньги занимал. Но когда тебе давали, вы не думали, что ты не занимаешь. Просто заберешь. Ну, так все равно возвращать долги надо. Охвально. Может, во фрегаты выйти? Надеюсь, я индустриализацию сейчас сворую. Если что, я отошел. Я тоже. А в Аргасе что-нибудь есть? Или там так? Захвати, увидишь. Там разве они не построены такие на берегу, там не видишь? Ну, я не вижу, чтобы там было какое-то чудо, так что... И они не отображаются, некоторые чудеса. Что, догонишь караваны тут? Не знаю. Я знаю, наверное, какая самая первая ачивка у Алексея была. Какая? Хочу грабить караванами. Нет, я не любитель этого мема. Не, это настоящая ачивка, так называется. Ну, я понимаю. Что думаешь, что... Нет, во-первых, ты ж... Караваны появились только в Brave New World. То есть это по-любому не первая ачивка. Ну хотя, да. Ну ладно. Знаешь, Грек, мне кажется, надо было тебе на меня гитайрами нападать и захватывать. Какие гитайры? Ты же видел местность. Ты едешь сам. Ну так 40, у тебя, 50. Понимаешь, тут местность именно к тебе подход. Сложная местность. А ко мне-то... Ну, луга? Луга?
своих холмов. Я как бы должен через эти же джунгли и холмы идти. В этом смысле. Нормально, гитайры, 5 клеток. Все-таки. Я увидел места, подумал, почему в традицию не поиграть. Все. То есть места-то у меня, ну правда, 2 люкса, вот на всю эту огромную территорию, на 2 люкса. То повторяются по 3, по 2 раза. Ну не знаю. Спавн вообще был ужасен, потому что мне еды вообще не было. Ну, то есть ты же видишь одни равнины вокруг, и все, и холмы. Я не рос, я вырос до 2 благодаря руинке, и все. Пошел в волю. Какие дела? Да, грусть. Ну, надеюсь, тут не убьют. Так увидел твои места, у тебя там, по-моему, 4 клетки с 3 пищами, гора и холмы сзади. Уже огромное количество. Я думаю, ну, вроде у тебя хорошее место. Нет, у меня с 3 пищами только 1 клетка была. Потом я, ну, сейчас. Потом мне пришлось вырубить, как бы, ну, это какао было. Я вырубил на нем джунгли, и они стали 2 еды. А еще 1 какао ты вырубал? Да. Ну, может, поэтому вначале это все равно полезно. О, сразу есть уголь, отлично. Так, ну, в Риме, походу, антиспион. Давайте Вархус, может, посадим. Вархус как по науке вообще? Непонятно. Ну, мне надо брать автократию и воровать просто науку быстрее. Давайте Вархус посадим. Жаль, в долг ничего нельзя покупать. Промоушен на этих кавалеров уже с двойными выстрелами. Думаю, ты прокачался, нет? Да, жалко, что никуда потом это не пройдет. Ну, да. А сколько у тебя таких лучников? Наверное, ну, на данный момент... 9. 9. Ну, вот. У нас долгое. ТХ. Ну видишь, ты в этот раз долго играешь. Ты говоришь, что все, не доходил. Ну, у меня там неудачно просто все было. Особенно на Бразилии. И еще такой вопрос. Вот, я ходил же по всем твоим границам, территориям. Я вот вижу, у тебя только 1 клетку с лошадьми. Вот. Ну, то есть, ну, 4 лошади. Значит, есть еще. Ну, где вот поинтересоваться? Ну, я вот тоже, кстати, не могу понять еще. Я думаю, может, кто-то тебе просто продал их? Такой вопрос. Ну, только да, чайный макали. Ну, просто вот лошади, ну, 1 клетка с лошадьми, у меня 4 лошади. Ну и все. В других городах нет. Я все тут видел. В ГГшках у него в друзьях не было, они мои были. Нифига не успеваю. Так что признавайтесь, кто снабжает войну. Агрессор. А что ты говорил, или я тут подходил? Ты расскажешь тогда, Алексей.
Вы про чем? Я отходил просто. Да я говорю то, что... Откуда у араба лошади? Вода, клетка с лошадями. Ко мне приезжает 12 лучников, ну, верблюдов. Ну, Рим, сознавайся. Че, как тебе мой флот? Такой же, как... Ну, так что, Алексей, расскажешь? Или это тайна, окутанная мраком? Хочется, ну, не знаю, узнать, где ты раздобыл лошади. Да я ему дал лошадей. Это Рим, да? Да, это Рим. Да. Ну, ладненько. Да я вас обоих спонсирую, если честно. Подборожили. Такая же судьба. Ты хочешь уже сейчас воевать? А как ты? Что, какие-то действия агрессивные в твоей агрессии? Что? Ну, с чего ты взял, что я хочу сейчас с тобой воевать? Ну, вот это вот стоит чисто как... Зеркрашем сразу прибежать к твоим гранам. Потому что на суше ты будешь сильнее. И тебе решать. Я тебе даже могу сказать больше, даже если ты у меня возьмешь вот эти прибрежные города, ну, я не думаю, что это даст тебе что-то. Мне это ничего не даст. Я их сожгу, скорее всего. Ну и меня, ну, ты не сделаешь, конечно, беку, но я не думаю, что это будет атака. Не, ну почему? У тебя производство упадет. Ну, у тебя 3 города, у меня 3 города останется. Никакой разницы. Так, я смогу везде. Не, почему я потом могу какой-нибудь Монако захватить или Кейптаун, который никто не нашел, я думаю. Ну, сейчас у араба будет около 90 городов. У меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9 городов будет. Ну, если ты остальные сожгешь, тогда уж. Ну, Аргос и Кносос я точно сожгу. В Спарте, наверное, Колосс есть. Надо бы оставить. Да, не только Колосс. Даже так скажу. Ну, Красный Форт еще, да? Угу. Ладно. Даже так. Тех уставил. У меня? Верно.
Блин, там апельсины. Я их не обрабатываю нифига. Итак, эта серия завершена, продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.